Всем привет! Меня зовут Наташа Гром. Я очень рада видеть всех вас на своем канале. И у нас очередное внеплановое видео. Я придумала новый тег. Чтобы поучаствовать в этом маленьком, как мы так скажем, флешмобе, нужно всего лишь либо оставить заметку под этим видео, либо я найду вас среди всех прикольных видеоблогеров, неважно, начинающих вы или нет, и напишу сообщение с пометкой «Хотели бы вы поучаствовать?». Здесь ничего сложного нет. Тег прикольный, такого еще не было. Поэтому я надеюсь, он вам понравится. Участников будет 200 человек. То есть 200 человек, которые, я надеюсь, снимут видео и выставят у себя их на своих каналах. Еще раз, что мы делаем для этого? Для этого вы либо пишите мне сообщение ВКонтакте, я оставляю ссылку тоже под этим видео, либо пишите сообщение именно под этим видео здесь на канале, что хотели бы поучаствовать, я вам передаю эстафету, и вы снимаете свой видос. На все про все, я думаю, за 3 недели мы уложимся. И самые прикольные ответы я выложу у себя на канале с вашим видео. Ну и, конечно же, поставлю ссылки на ваш канал, чтобы вы тоже знали вас и заходили. Второй момент, я хочу снять вопрос-ответ. Свой первый вопрос-ответ на своем канале. Что для этого нужно? Пишите мне вопросы в ВКонтакте, как вы уже поняли, ссылка внизу, либо оставляйте сообщение под этим видео. Я очень надеюсь, что этот, так скажем, конкурс, конкурс, это всего лишь тег, пройдет очень весело, и мы с вами таким образом прикольно поиграем. Да и потом, и было бы здорово, конечно, если бы этот тег подхватили другие видеоблогеры, которые не участвуют в этой 200-ке. Но посмотрим, как все пройдет дальше. А именно свой тег, который я придумала, я тоже сниму чуть позже, и он появится, скорее всего, на следующей неделе. Я вас очень люблю, с вами была Наташа Гром, оставайтесь со мной, всем пока!